Всем здравствуйте, кто следит за каналом. Видим, как я этот колодец копал, как прошли дожди. Был он полнёхонький. И вот, в общем, дождей нет. И все, и воды уже нет. Немного мяши. Сентябрь месяц. Следов всяких. Вроде бы кабан тоже стал ходить. И бык, видимо, так по-прежнему и приходит иногда, но не часто, наверное. Обещают у нас дождей вроде как опять, так что недельку они жаждой помучаются, и потом опять нальется. Набито-то так-то по следам много. Сколько и как они сюда часто ходят, непонятно. Фотоловушкой заснять так и не получалось мне никого. Сейчас по ночам холодно. Батарейки тоже нифига не выдержат, я думаю. Но зверь сюда ходит. Это хорошо. Вот такие дела. Как-то вот так. Глубоко. Надо еще копать. Расширять. Вот это вот место. Посмотрим, как будет к зиме. Если водой не нальет, то перед весной копнем. Что весной здесь было битком, говорю. Полнёхоньки все будет. Вот так вот. Всем здравствуйте. Снова в разведке. В лесу. Сигалетки серенькие. Один причем с рожками. Серенький уже. Козлик. Козочка стоит, смотрит. И вон там еще рогатик. Их рогачит вроде не очень серьезные. Хотя что-то не понять. Видно плохо. Вроде три отростка. Коза уже меня услышала. И у этих рожки маленькие. Одни самцы, одни самцы. Так, пока время идет, я еду дальше. Он там еще лежит. Тоже с рожками. Сколько их тут? Вот так вот тут. Козлик вроде не с плохими такими рожками. Широкие, по крайней мере, выглядят они у него. По высоте небольшие. В общем, манка у меня не оказалось, которым я обычно пищал. Сейчас попробую этим. Получится, получится. Нет, пусть пишет тогда. Интересно.
общем, вроде он думает, нет, идти или нет ко мне. Так-то не что там шея, как у теленка. Сейчас, в общем, попробую его напугать. Пикалка из детской игрушки. Он траву поест, поест, башкой покрутит. Но не идет. А мне надо идти дальше. Не хочет. Торопится, жует, сейчас куда-то побежит. Мне кажется, покажи ему сейчас рыжую тряпку, и он на нее кинется. Ничем его не напугать. Hee!
Ну, в общем, будем считать, что я его напугал. Козлики уже почти к зиме готовы. Сигалеток и коза уже почти долиняла. Вот так вот тут. Тремя.